Киевская улица. Сегодня у нас 25 марта 2022 года, пятница. Балтийский рынок. Я сейчас пройдусь по Киевской до Родины кинотеатра. Такая погодная съемка. У меня ландшафтная. Вот этот дом раньше назывался Пышечная. Там где кафе Киевское, там Пышечная была. Вот два домика, они соединены аптекой. Раньше тут не было этой аптеки. Вот они отдельно стояли. Ну, тут что-то застопорилось. Давно работа никакой не ведется. Так, тут улица Восточная выходит туда, в сторону Тихорецкой. Булыжная мостовая. Брусчатка такая. Начало 19 века. Или не начало 20 века, или конец 19-го. Канцтовары. Раньше книжный магазин был большой. О, дерево высохло вот это. На Беговую заворачивают автобусы, пока Павлика Морозова ремонтируется. Суши Лау.
Вот этот домик сделали уже, но там что будет внутри, пока еще непонятно. То, как он ремонтировался, у меня здесь есть. Ролики я снимал. Вот. Помойка, все вместе скидывали. А вот за этот дом взялись. Вот. Новый дом начали обшкрябывать. Крыша там сделана. Значит, наверное, доберутся до всех домиков, я думаю. О, пекарня, мельница. Ободрали все. Так, вот этот красный дом, он тоже немецкий. Ну, так, странный дом какой-то, непонятный. То ли он жилой, то ли... Вот этот дом, сейчас посмотрим, как он ремонтируется. Все обтянули. Это вот бомбоубежище здесь. Там солнце, правда. Ага. Сейчас обойду, сниму со стороны. Чтобы на солнце не попадать. О! Вот так, домен такой стоит. Это улица маршала Новикова. Ну тут тоже частично дома отремонтировали фасады. Новенький дом, кстати, дом один из первых был построен на улице Беговой. Еще, по-моему, в 90-х. В конце 90-х. В начале 2000-х где-то так вот. Наверное, так сказал, да. Может, даже в начале 2000-х скорее. Вон там техникум судостроительный, здесь у нас ЗАГС с флагом. Храм Рождества Богородицы. Там улица Великолукская. Ну, Киевский сквер. Вот. Гнезда, все забываю, как эти растения называются, которые, эти шары такие, да? Отдельные растения, паразиты. В Калининградской области их полным-полно. В других областях я не видел такого. Свидание, спасибо. Засилие этих паразитов.
мемориал воинам, погибшим при штурме Кёнигсберга. Реальный комплекс на братской могиле советских воинов. Вот так, братская могила. Киевский. Я люблю Балтрайон. Вот их сколько их шаров. Омела она вроде как называется. Да, Омела. Вроде бы так она называется. Это Омела. О, морозиты какие. Прямо ужас какой-то. Самолеты каждый день, авиация летает, Чкаловский гремит над Калининградом. Все. Сейчас не видно, где он. Тут такая дымка облачная. Сейчас как кинотеатр Родина сниму. Королевские каникулы, смерть на Ниле, все тоже. Теперь репертуар, наверное, поменяется. Ну, центральное место, что ли, бывший центр Балтрайона, там бывший райком КПСС, там сейчас суд Московского района. И туда две улицы идет, коммунистическая вправо и... Вот она, собственно говоря, вот эта, наверное, коммунистическая уже и есть. Вот этот маленький кусочек направо. А влево это судостроительная улица. Обе улицы достаточно большие, длинные. Вот. Кинолен. Это же надо. Это вот, наверное, с ремонта улицы Павлика Морозова кран. Ну, вот так. Небольшой путь походик я сделал, прошел. Сейчас буду решать вопросы, которые я хотел тут решить.